тому у нашому місті розпочала свою діяльність маленька фабрика з виробництва електрогітар, на яких наразі грають найяскравіші представники музичного Олімпу. Створення авторської лінійки музичних інструментів відбулося завдяки спільним зусиллям трьох людей – Вадима і Дмитра Гавриленків, гітарних майстрів, та інженера дизайну Олександра Дорошенко. У 2016 році світ побачила перша гітара бренду Universum, спроєктована у відповідності до пропорцій золотого перетину, застосуванням небачених ще у світі музики технологічних рішень. Унікальні музичні інструменти родом з Білої церкви почали стрімко підкоряти серця не лише українських музикантів. Незважаючи на нетривале існування фабрики, гітари Universum встигли визнати легенди світової музики. Гітарист гурту Boombox Андрій Самойлов, поп-співачка Світлана Лобода та лідер гурту Машини часу Андрій Макаревич, всесвітньо відомі віртуози Томі Еммануель та Джон Патітуччі. Це далеко не повний список зіркових прихильників білоцерківських гітар. Наразі музичні інструменти бренду Universum Guitars конкурують зі світовими лідерами ринку Fender і Gibson, а їх вартість досягає 13 тисяч доларів. Попит на українські гітари у світі зростає з кожним днем, і сьогодні нам випала можливість зустрітися з інженером дизайну цих диво-інструментів та дізнатися, чому ж їх формула успіху. Ваша продукція з'явилася на ринку відносно нещодавно, трохи більше 2 років тому, і вже встигли наробити навколо себе багато шуму. Але цікаво, з чого все починалося? Що ви робили до проєкту Universum Guitars? За півгода до відкриття проєкту. Тобто я почав покупати ті гітари, яких мечтав в юності. Взяв учителя. Купил вот эти барабаны, там, гитары, все, усилители. Ну, я думаю, сейчас мы с такими же стариками, как и я, создадим какую-то группу, ну, и будем петь те песни, которые, в общем-то, в свое время трогали душу, да. Ну, и купив одну из гитар, она была сломана. І от це привело сюди, от, де ми зараз знаходимося. Це та сама історія доленосної зустрічі з Вадимом Гавриленко. Я всім розказую, тому що дійсно це так. І коли ми зустрілися відремонтувати інструмент, ми немножко пообщались. Оказується, ми на одній волні понятійній, тобто вібрації совпали, і, в общем, це произошла некая любов. Да? І от тут возникла мысль, некие, там, скажем, мої інженерні знання, да, применить все-таки к гитаростроению. Потому что гитары, как и любой музыкальный инструмент, наверное, в эпоху их зарождения, и гитар, там, и скрипок, все-таки их строили по определенным законам. Потом эти законы были, видимо, немножечко утеряны, но остались инструменты, и таким образом они, в общем-то, дошли до наших дней, немного там изменяясь, то есть эволюционный процесс некий. Вот. И мастера передавали эти знания с поколения в поколение, передавали вот опыт. Вот. И у нас же сегодня совсем другое время, да, то есть век информации, век инженерии и так дальше. Вот. Поэтому я подумал, что, может быть, скажем, каким-то инженерным расчетом, революционным путем, да, не эволюционным, а так вот. И действительно удалось разработать некую методику, вот, которая построена на золотых пропорциях. Ну, это знания такие, как бы многие к ним относятся как к чему-то непонятному, недоступному. Но, тем не менее, если кто-то о них не знает, они все равно работают, и это как бы основа очень многого в живой и неживой природе, во Вселенной и так дальше. Собственно говоря, применив эту методику и объединив усилия мастеров, которые делали достаточно качественные инструменты, у нас получилась своя вот, линейка. Вот это было желание просто сделать инструмент. Мы вообще не понимали, что получится. Ну сделать просто вот ради эксперимента. Да? Когда мы сделали ради эксперимента, кстати, вот это вот первый инструмент, он был у нас в двух исполнениях, в белом свете и вот такая вот красивая открытое дерево. Вот это был первый инструмент, который мы сделали. Очень много там всяких решений. Вот, на многие есть патенты, много чего не существует в мире, как бы, да. Ну, сделали мы инструмент. Тобто метою, якою ви перед собою ставили, це було саме створити якийсь унікальний інструмент? Ну, еще, если немножко предыстории, да, то
одну из гитар, которые сделали братья Гавриленко, группа Boombox отвезла в Лондон, и они играли там несколько песен с Дэвидом Гилмором. Да, это Pink Floyd. Да, с Дэвидом Гилмором. И тогда вот Андрею Собойлову удалось показать эту гитарку. Но это еще до проекта было. Он увидел, ему понравилось и сказал, что супер. Вот. И как бы вот идея создать такой инструмент, который бы, в общем-то, и Дэвид Гилмор, наверное, взял и оценил. Потому что для меня группа Pink Floyd — это понятно, что... Царивы. Мы на них выросли, и как бы я не хочу сказать, что это иконы, но... То есть мы не ставим себе как бы иконы, но это уровень. Это уровень очень высокий. К сожалению, пока еще Дэвид Гилмор, может быть, уже и знает о нас, но еще гитары из проекта Universum Guitars он еще в руках не держал. Хотя держали многие именитые, даже слишком именитые музыканты на этой планете. Вот, и все оценили, в общем-то, по достоинству. И вот это как бы вдохновило. То есть когда мы сделали инструмент, начали показывать. А как же вот, как оценят эти инструменты люди, для которых они сделаны, да? Ну, реакция была положительная, конечно, было и очень много критики, как всегда. Старт виробництва нових музичних інструментів часто йде шляхом копіювання якихось відомих технологічних рішень, дизайнерських рішень. В вашому інструменті дуже багато унікальних рішень технологічних. Як вам вдалося створити та придумати щось нове у світі музики, в якому, здавалося, вже все придумано? Ну, я вважаю, що основна причина в тому, що у мене було 36 років для того, щоб как бы не знати новості цієї отраслі, індустрії, скажімо так, я займався другими ділами. Вот. То есть я не знал. Если бы я это все знал, то мы бы, конечно, это не сделали. Обычно всякие там, скажем, новые мысли приходят на грани знаний. То есть ты попадаешь в среду, да, тебе нужно решить какой-то вопрос, ты не знаешь там каких-то решений этой среды, а ты придумываешь другие решения. Собственно говоря, вот. Но мы советовались с музыкантами. Но это уже потом, да, советовались. А вот это нужно, если мы вот это придумаем. Вот вам надо это или не надо? Да, в принципе, надо. А вот это надо или не надо? Надо. А как вы реализуете? Мы постараемся, да? То есть вот такой диалог шел. Не просто там мы взяли, вот что нам в голову пришло. Мы советовались с ребятами, будет ли это удобно, будет ли это востребовано. И, соответственно, придумывали решения и оснащали инструменты. То есть вот так. Це правда, що свою першу гітару ви створили без прототипів жодних? Я вам сейчас... Был прототип. Паперовый? Нет, у меня в голове. Вы можете, конечно, к этому относиться как угодно, но после того, как я определенное время думал над методикой создания вот этого инструмента, потом в одночасье я его просто увидел. Я вот его увидел вот так вот. А потом, когда мы уже сделали, и я просто сравнил то, что я увидел, это была, наверное, стопроцентная реализация. Вот такие чудеса происходят. И вообще чудеса как бы нам сопутствовали. Не буду рассказывать, но... Чудеса происходили. Вплоть до того, что вот нам нужен специалист, которого мы не можем найти в Украине. И буквально через полчаса звонок, и человек приезжает. Приезжает непонятно откуда и появляется в тот момент, когда он нам нужен. Вот такие были чудеса. Як вам прийшло на думку вкласти пропорції золотого січення саме у проектуванні гітар? Ну, мне просто посчастливилось в жизни работать с людьми, со старшими товарищами, учителями, которые это очень успешно использовали в других отраслях. Вот. И как бы я, может быть, даже узнал больше, чем там преподают где-то в каких-то классических вузах и так дальше. Это работает. И до этого я применял эти знания в других вещах. Они очень работают. И они не могут не работать, потому что... Все шедевры, которые дошли до сегодняшних дней, там, скульптура, живопись, да, там, не знаю, архитектура, они все, в общем-то, в золотых пропорциях. Поэтому нічого нового здесь нету. Здесь все закономерно. Ну, але наскільки я розумію, ні Федер, ні Гібсон не проєктують свої гітари відповідно до пропорції золотого січня.
Я не буду об этом сейчас говорить, я не участвовал в проектировании этих инструментов. Одно могу сказать, у каждого мастера, у каждого создателя, да, есть свое чувство, скажем, каких-то пропорций, какой-то гармонии. У кого оно ближе, у кого оно там дальше, это уже другой разговор, да. Но чтобы перекладывать, не стояла у меня задача перекладывать Gibson Fender на математику. Не стояла такая. Если она встанет, переложим, посмотрим. Наскільки мені відомо, ваші гітари зроблені не з найпопулярніших пород деревини, які використовуються саме при виготовленні музичних інструментів. А це була якась вдача, що ви обрали саме ці породи? Чи ви знайшли філософський камінь? Тому що вони дійсно звучать інакше. На самом деле, немножко не так. На самом деле, все очень, ну, скажем, по-другому. Потому що древесина, наша закарпатська древесина, самые лучшие скрипки из нее делаются в мире. Вот. И очень многие, значит, ну, мэтры, скажем, в этой индустрии, тот же Пол Ред Смит, они используют закарпатскую древесину, естественно. Но нам повезло, что мы живем в Украине, что у нас есть Карпаты. Пока еще, скажем, не совсем вывезенные за рубеж. Пока еще есть. А что делает деревину музычную? Воля к жизни, скажем так. Потому что мы ходили по делянкам, по этим горам лазили, выбирали вот эти, искали эти деревья. Ну, скажем так, на минимум на 1000 деревьев одно музыкальное. Минимум. Вот. Настоящее музыкальное дерево – это когда вот оно все в таких волнах. И растут эти деревья, ну, в очень, скажем, неблагоприятных условиях. То есть на склонах гор они цепляются своими корнями там, за камни. Да? Они 600 метров и 1000 метров над уровнем моря. То есть там ветер, вот, мало влаги. И вот оно все, значит, сражается, борется. Поэтому древесина получается вот такая вот волнистая. Волнистая, волнистая древесина, она и красивая, и она, в общем-то, достойно передает звуковые колебания. Кожна ваша гітара – це така філігранна робота, ручна робота. Скільки часу потребується на виготовлення кожної? От моменту, як би, определення дерева, що воно музикальне, да? На, скажімо, в лісу, ну, це від 5 років. Желательно, щоб це була естественна сушка при небольшому, там, скажімо, якомусь, ну, на жаргоні, там, сквозняке, да? То есть немножечко продуваться должно воздухом. Для чего? Чтобы уходили напряжение, чтобы дерево, естественно, отдавало влагу, чтобы вот эти все волокна, микроволокна дерева, они оставались неповрежденными. Тогда и звук будет распространяться, ну, скажем, наиболее легко и так дальше. Дешевые инструменты, которые производят, ну, скажем, производители, направленные на, в первую очередь на коммерцию, и без разницы, из какого дерева делать, ну и, соответственно, результат. Поэтому, но все-таки музыкальный инструмент, преобразование древесины в музыкальный инструмент, это высшая степень преобразования, вот скажем, такого сырья из древесины, это высшая степень преобразования. Если уже взять, там, скажем, высушенная древесина в заготовках, то мы говорим от 2 месяцев. Это может быть и чуть дольше, чуть быстрее. А зараз у вашому модельному ряді близько 40 музичних інструментів, так? Да, есть вот у нас на сайте есть модели, которые характерно отличаются друг от друга, а есть уже модификации внутри моделей. Але кожна з цих моделей носить жіноче ім'я. І як сказано на вашому сайті, це імена вашої дружини, ваших дочок і онуки. Як вони поставилися до такого символічного жесту? Ну, у нас последние, скажем, 15-20 лет был семейный бизнес. Он и сейчас существует. И представляете, один из участников этого бизнеса уходит куда-то, какие-то гитары. Это шок. То есть для семьи это был шок, на самом деле. Это был шок, и сопротивление сумасшедшее.
Поэтому мне пришлось назвать именами жен, детей, чтобы... Чтобы задобрить якось. Естественно. Ну, это первое. Второе, конечно же, ну, для меня гитара – инструмент, да, женский род мужской. Ну, ближе гитара, потому что это женщина, это девушка, это красота, потому что она все-таки ну, выразитель, да, эстетики, выразитель всего самого прекрасного. Вот для меня девушка – это самое прекрасное. Рок-музиканти – люди дуже експресивні. І як би ви поставилися до того, якби вашу гітару на сцені розбили? В ті роки, коли ми грали, і коли вот становлення було, як, скажімо, ну, музиканта громко, може бути, цінітеля там якоїсь музики, да? Тоді не було рока, тоді навіть такого поняття не було рок. Була музика мелодична, певуча, вона передавала якісь емоції. Тобто ми на цьому виховані. На этом мы воспитаны, и поэтому все равно я тяжелый рок не люблю, сразу говорю. Мне больше джаз нравится, кантри, блюз. Что касается экспрессивных музыкантов, было такое предложение. Один болгарин в Москве писал клип, хотел у нас купить гитару, чтобы ее разбить. Но в итоге я с ним не общаюсь. Серце не витримає такого. Ні, ну, це не наше начало, знаєте. Коли б'ють інструмент, який, ну, все одно взяти, що жінку там як-то ударити, да? Ну, як? Це невозможно. Ну, правильно, Курт Кобейн купляв дешеві гітари для того, щоб розбивати їх. Ну, це їх право, пускай це шоу. Вони, знаєте, там заробляють гроші, у нас немножко другие мерила ценностей, поэтому для нас це не просто, ну, табу. А ви в одному зі своїх інтерв'ю сказали, що гітара, зроблена на конвеєрі, вже не буде жива. Прокоментуйте, будь ласка, цю свою фразу. Опять же, що таке музикальний інструмент? Неважно, гітара, це там скрипка, не знаю, все що угодно. Коли чоловік вручную робить інструменти, вручную, у нас, кстати, масова доля ручного труда більше 85%. Поэтому мы вот и попали в программу, я потом скажу, программу по юбилейной модели Lexus. Так вот, каждый мастер вкладывает в свое произведение, в свою душу. И что он туда заложит? Дерево – это такой материал очень уникальный, как и вода. Ты туда вкладываешь какие-то свои переживания, эмоции, чувства, оно потом, мало того, что оно воспринимается, оно еще через вот это дерево трансформируется и потом многократно усиливается. И чем больше музыкант играет на инструменте, тем больше, так называемый, он разыгрывается. И опять же, какая энергетика у музыканта, какие вибрации у музыканта, такие же вибрации принимает и музыкальный инструмент. И возникает некий резонанс между ними. Вот. И тогда вот эта эмоция, которую он передает в этом резонансе, в этих колебаниях, она поступает к слушателю, и он получает фидбэк. А ну, то, что создано на конвейере роботами, не знаю, на мой взгляд, это не инструменты, это так, тренажер. Поговоримо про проект Universum Guitars як саме бізнес-проект. А ви створили гітару, яка виявилася дуже вдалою, шедевром, можливо. Що було далі? Як ви почали розкручувати їх? Ну, нам цікаво було взагалі реакція. Представляєте, от я прихожу з інструментом, да? От у мене є гітара. Я приїжджаю і зустрічаюсь там, скажімо, з Томі Еммануелем. Мировая звезда, виртуоз, у него своя фабрика, он делает акустические инструменты. То есть, ну, все, выше не бывает, да? И даешь ему инструмент свой в руки. Вот, и вот такой интерес, один что-то говорит музыкант, второй музыкант что-то другое говорит. И было интересно, мы ездили, мы встречались, мы показывали инструменты, и самое главное, получали некие оценки, да? Причем очень интересно, оценки, скажем, музыкантов,
ну, первого там эшелона СНГ бывшего, у них одни эмоции, да, у них одни эмоции, одни замечания, одни впечатления. Скажем, музыканты в Европе совсем по-другому. В Америке там вообще все по-другому, просто все по-другому. И вот интересно, мы делаем инструменты, но те характерные черты, которые получились в результате вот проектирования, я считаю, в первую очередь, и потом уже изготовления, они одинаково заходили, в общем-то, всем музыкантам. И все отмечали вот это. Просто, скажем, американцы, они привыкли к одним тембрам звука. Им зашло. В СНГ, ну, привыкли, наверное, к брендам более именитым, там, Fender, Gibson, да, вот они ожидают вот это услышать. Вот. Тут свои звуки, свои краски, свои сразу мысли они, эти инструменты, дают. Поэтому вот это все поиск именно фидбэка, поиск именно все, что же мы такое все-таки сделали, да, как к ним отнесется. Вот и на сегодняшний день собрала там большую коллекцию людей, которым понравилось. Ви часто також відвідуєте якісь ярмарки музичні, так? Це один зі шляхів зробити свій бізнес впізнаваним, свій бренд. Когда увлечение уже переходит, наверное, в разряд бизнеса, тут уже другие задачи стоят. Потому что когда ты увлечен, когда ты делаешь, ни о каком бизнесе нету речи. Ты просто делаешь то, что тебе нравится, как говорят там некие известные люди, что если ты хочешь для себя, ты себя ведь не обманешь, ты не для других, будешь для других делать, ничего не получится. Когда сам делаешь, и у тебя мурашки идут от своей работы, да, то другим кому-то обязательно понравится. Поэтому первый инструмент, компания у нас была зарегистрирована в феврале 2016 года, первый инструмент мы сделали уже в конце марта, вот. А в сентябре мы уже были на международной выставке в Москве. Вот. Конечно же, выставки тоже показывают отношения, тоже показывают оценки некие. Да? И вот мы когда встретились на выставке с Полом Редсмитом, это вообще для меня как бы образец отношения к своим инструментам, который все инструменты проверял лично, проверял перед тем, как их выпустить, скажем, в магазины, да. Вот. Он когда увидел инструменты, говорит: ребята, даже у вас все замечательно, не идите по пути копирования, как очень многие идут, ради денег. Поэтому делайте свое дело. Такое было назидание. Говорит: я вас в любое время рад видеть у себя на фабрике и так дальше. Вот. И оценил он, конечно, древесину, все. Я смотрю, последние тенденции уже начинают делать и всего, что под руку попадается. Вот инструменты. Нам говорю, повезло, что мы здесь находимся. Ну и у нас большой запас. Большой запас музыкальной древесины. Думаю, хватит на какое-то обозримое будущее. А ціна ваших гітар наразі коливається в межах від 1000 до 6000 доларів. Коли ви починали свій бізнес, у вас не було такого страху, що він буде непопулярний через те, що це досить висока ціна для України? Ну, я немножечко огорчу. У нас ціни до 13 тисяч доларів вже. Да. Да, це раз. Во-вторых, немножечко є сегмент дешевле. Вот. Но невозможно сделать дешевле хороший инструмент. Невозможно. И, кстати, это очень хорошо понимают те страны, в которых есть культура гитарная. Вот, например, в Америке там, в каждом штате минимум одна школа гитарных мастеров. У нас ни одной нет. Вот. Там, если мужчина не играет на гитаре, это, в общем-то, позор. Мы идем пиво пить вечером, они идут играть. Поэтому вот там очень правильно отреагировали. Невозможно сделать вот, ну, такой красивый там инструмент, и чтобы он стоил китайских денег. Невозможно. Поэтому все, кстати, очень хорошо относятся к этим ценам. Все очень хорошо относятся. У нас нету массовых продаж, но все равно люди покупают. Для музыканта его интересует звук, его интересует, чтобы это была надежная такая вот надежная машина, на которой он работает, да, то есть в первую очередь, потому что, скажем, музейный экспонат, это хорошо, все говорят, ваши гитары в музей,
и так дальше. Коллекционерам надо, чтобы все-таки они были рабочей лошадкой. На сайті сказано, що ціна деревини, якою інкрустується корпус гітари, досягає 200 тисяч доларів. Це якийсь шалений кошт за кубічний метр, так чи? Як, ну, тобто, з самого початку ви вклали в свій бізнес досить суттєві кошти. Як ви зважилися на це, якщо у вас був успішний бізнес, у вас була робота? Ви були впевнені в тому, що все вийде, вистрілить? Мне просто хотелось сделать красивый инструмент. Один? Ну, мы с одного начали, да. Ну, на самом деле, не так уж много идет экзотического дерева на гитару, да. Хоть там и очень дорого оно стоит, но на один инструмент и не так дорого. Поэтому у нас есть гитары. Кстати, если вот интересно, я могу показать там. Это наш клен. Маш Закарпатский, и вот он такой прям весь, прям волнистый, 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 да. Вот. Это вот считается, наверное, одним из лучших стандартов качества древесины. Вот. Теперь здесь такое дерево венге. Накладка из венге. Это уже дерево экзотическое, африканское, да. Оно подороже стоит. Вот. Мы применяем орех. Мы применяем черное дерево, мы применяем красное дерево падук. Вот, правда, уже его ограничивают, но у нас там немножечко есть запасы для внутреннего рынка. Ну, как в качестве отделки, потому что это уже такой... да, они стоят дорого. Ну, гитара, в общем-то, не дешевая. А фирма Lexus до своего ювілею замовила у вас гитару. Расскажите про эту историю, как это сталося? Сейчас я достану гитару и покажу, и расскажу эту историю интересную. Вот, вот такой инструмент. То есть она застилизована под модель RIX. В прошлом году был юбилей, 20 лет модели RIX было. Философия Лексуса предполагает, что это автомобиль высочайшего качества, но по доступной цене. Вот, для потребителей. Но сделаны они и разработаны именно мастерами вручную. И поэтому им очень ценны мастера по всему миру, которые делают свои изделия вручную. Именно поэтому они сделали. Уже 4 есть такие Lexus Area, то есть зоны, где представлены аксессуары, какие-то комплектующие и так дальше к автомобилю. Вот. И к повседневной жизни в том числе. Там ручки могут быть, там зонты, ну, все что угодно. И вот эти изделия ручной работы, они размещают вот в этих вот Lexus Area. Это Токио, Нью-Йорк, Милан и Москва. Ну и... чтобы туда вот попасть, в эти Lexus Area, есть компании, которые подбирают по всему миру, объявляют конкурсы, заказывают изделия. Вот таким образом, как бы у нас, нам разместили заказ. Участвовало две модели, вот эта победила, как бы, им больше понравилось. Кстати, вот эта вот модель, она построена в золотых треугольниках. Везде треугольники. Тут есть фирменные L-линии лексусовские. Это все черное дерево. Вот. То есть инструмент, ну, достаточно дорогой. Достаточно дорогой. Ну и очень надеемся, что когда-то все-таки этот инструмент дойдет вот, и будет представлен в этих эриях. Я дуже довго чекала, щоб задати це питання. Еліс Купер.
король епатажу та один з найвідоміших рок-музикантів світу. Як відбулося ваше знайомство? А у нас завжди все просто. Просто тому що, опять же, я турист в цій області, так називаю, да? Поэтому мне общаться с ними легко и просто. Нету какого-то барьера. Мы встретились в Европе с группой Элиса Купера. Элис Купер, он сам на гитаре не играет. Он создатель шоу, хороший дедушка. А его музыканты, мы встретились в кафе, я принес инструменты. Они увидели и начался разговор. То есть сначала впереди идет инструмент, а потім вже якісь розмови. А окрім Купера, на ваших гітарах, наскільки мені відомо, грає Андрій Макаревич, так? В нього дві гітари. Да. Юніверсом. Томі Еммануель грав. Да, Томі Еммануель протестил. Йому дуже понравилось, він грав на багатьох інструментах. Ну, він акустичний музикант. У нас с ним осталась такая договоренность, что когда мы сделаем акустическую гитару, если она будет достойна его, то это будет у нас совместный проект. Так что ну, это впереди. Yeah! Alexander, your work is amazing. Wow. This is more than a guitar. It's art. That's what it is. It's art. Congratulations. Спасибо. Очень тепло встретил нас Дмитрий Малолетов. Он тоже известный музыкант, он преподаватель, он пишет свои методики, он играет так называемым тэппингом. Вот, то есть вот он двуручный тэппинг. Очень интересное было такое, даже ну, действо, скажем так. Человек берет инструмент, он играет там на дорогущих инструментах, берет инструмент, публика. То есть он раньше не держал в руках. Для музыканта это очень важно, хотя бы поиграть немножко. Говорит, ребята, я сейчас буду исполнять песню про птичек. Не знаю, как это у меня получится на этом инструменте, но, говорит, потом поговорим. И вот он когда исполнил, зал просто, вот я не знаю, он где-то улетел весь. Его первые впечатления были, говорит, я не думал о гитаре, я думал о птичках. То есть гитары в руках у меня не было. Это самая серьезная оценка, когда музыкант берет инструмент, и он не сражается с этим инструментом, а делает то, что ему хочется, он творит. Он передает там какие-то потоки энергетики, да, то есть он нигде не рассеивается. Это очень ценно. А чи пам'ятаєте ви ваші відчуття, коли ваше творіння визнали? Ну, сейчас я вам расскажу. Два момента было очень таких, когда переворачивает, да, все. Во Львове мы встретились с Джоном Патитуччи. Это самый, наверное, влиятельный бас-гитарист мира. Вот, со своей школой, со своим опытом, с сумасшедшим, с учениками и так дальше. И когда мы встретились, он взял нашу гитару. Не было усилителя, ничего не было. Он просто приложил ухо, ну, скажем, к верхнему, там, вот этому, верхнему обрису инструмента и начал играть. Начал играть, и все, и он улетел. Его уже никто другой не интересовал. Мы успели пойти покурить, пока он играл. Потом вернуться. И когда я увидел, что он плачет, у меня самого пробила слеза. То есть человек, он как ребенок прилип к этой гитаре, и у него пошла слеза. Но он эндорсер там, другого бренда. Говорит, ребята, вот вы мне показали, а для чего? Я не смогу как бы в ней играть. Вот. Ну, я говорю, мы понимаем. Так просто показали. А он так, и не уходит. Вот, вроде попрощались, а он не уходит, этот инструмент. Я говорю, а дома-то ты можешь на ней играть? Дома, да. Мы тебе дарим. Это было... Ну, конечно, такая детская радость, детское счастье, вообще сумасшедшее. Ну, сразило, да, меня сразило очень. И потом вечером был концерт, он играл на Ямахе, и ему, мне кажется, было так неуютно после этого, честно. Вот. Ну и второй момент, это уже американец тоже в Америке, взял в руки гитару, приходит утром, глаза красные, говорит, я ни секунды не спал.
Говорит, вы творите какие-то невероятные вещи. И тоже, вот, ну, конечно, чувство гордости. А Украина — это вообще экзотика. Там, ребята, вы с Украины? Очень же, да, как вы? И так дальше. А что такое Украина? Многие же ведь не знают. Как? В Америке делают инструменты? Ну, в Японии, да? А при чем есть Украина вообще? Вот очень, поэтому, конечно, гордость. Во-первых, мы предварительно говорили, мне, я жил как бы в другой стране длительный период времени, очень длительный, а родился я в Белой Церкви. И когда сюда приехал обратно, такое было вдохновение, да, вот оно, в общем-то, все помогает, то есть дом помогает, помогает создавать некие вещи такие вот. Поэтому есть переживания, но они больше положительные. Питання на пофантазувати. У кого з нині живих чи вже покинувших цей світ музикантів ви б хотіли побачити у руках свою гітару? Ну, один чоловік вже, навіть два таких знакових. Є такий Ел Ді Меола, це самий, теж самий влиятельний гітарист світу. У нього всі награди, які тільки существують. Вот я мечтал, что он поддержит, он поддержал. Более того, поиграл он, ее сфотографировал, выложил у себя на страничке. То есть он высоко оценил. Это Ел Ді Меола. Очень хотел, чтобы мне нравилась группа Bee Gees, братья, да? Один там гитарист. И они изъявили желание, если мы где-то... Если мы примем решение, то они будут нашими там официальными артистами, да? Bee Gees, группа, это, ну, для меня это было нечто. Тепер трохи про плани на майбутнє. Ви маєте англомовний сайт, англомовні соціальні мережі. Це значить, що ви більш орієнтовані на західні ринки, так? Ну, в общем-то, інструменти, я считаю, що достойні західних ринків, да? Как производитель, конечно, любой родитель будет хвалить свое дитё. Я считаю, что они достойны. Там уже дальше пускай те люди, кто будет играть, расскажут. Изначально он был на русском, там, украинском языке. Тут инерция немножко есть у нас. Есть инерция. В Украине в частности. Поэтому очень надеюсь, что скоро будет и на украинском языке. Сейчас пошла динамика. Кстати, в Украине очень радует. Последние там... Особенно последний год. Пошла динамика, очень много сейчас музыкантов появляется, появляется групп. И начинают каким-то творчеством заниматься. Поэтому очень надеюсь, что скоро мы на украинском языке сделаем сайт. Якщо спробувати перерахувати буквально на пальцях ті фактори, які допомогли вам у створенні вашого бренду Universum Guitars, то що то будуть за фактори? Он один. Он один. Слово «универсум» — это, в общем-то, очень мощное и емкое название. «Универсум» предполагает некий симбиоз частей, которые соотносятся там в себе и в целом, как одно общее, да? Ну, такое вот расплывчатое. Вот мы сейчас сидим, мы как бы на одной волне, мы одинаково мыслим, и можно сказать, что это уже универсум. Некий. То есть мы создали тут некий универсум местный. Это может быть и какие-то материальные, нематериальные вещи, это могут быть общения там и так дальше. Это первое. Второе — сам продукт. Инструмент, который был сделан, опять же говорю, с Божьей помощью, для себя, он сам себя двигает. Мы не прикладываем титанических усилий, мы не тратим сумасшедших денег на продвижение. Мы еще не,
если честно, вообще как бы почти не тратим, только командировки вот и все. А продвижение само по себе идет. То есть я изначально сказал, что эта гитара сама себе найдет дорогу в жизни. Дуже дякую вам за те, що ви погодилися з нами зустрітися. Було дуже цікаво. Я бажаю вам успіхів і лише успіхів. Спасибо. Спасибо вам теж. Успіхів у вашому творчості. Я вважаю, що це теж творчество. Тому. Спасибо.